Привет. Привет, привет, привет. Привет. Что? Голова чешется, что-то ты даешь. Я же тебе 100 раз говорил уже, не ходи по лесу без кепки. Без кепки лучше не ходить по лесочку. Ну да, конечно, что в лесу, конечно, тенек, я все понимаю, но кепка тоже нужна, мало ли что, вдруг какой-нибудь там клещик тебя захочет кусь-кусь сделать. Ладно, я сейчас посмотрю, не переживай, не волнуйся. Я уверен, что у тебя просто это, знаешь, как психологически, что все в порядке, что у тебя там нет никаких клещей, но на всякий случай посмотреть надо, ладно? Да ты не переживай. Вон какая шевелюра густая вообще, ух. Нормальная хата была бы такая для клещей, да, скажи? Да ладно, шучу, не волнуйся, сейчас все посмотрим. Так, что-то мне надо, сейчас лампу какую-нибудь, что или фонарик, что лучше, наверное, лампочку, сейчас я очки еще одену. Так, где там они? Вот они, сейчас. Ну, чтобы лучше видно было твоих друзей клещей. Да ладно, шучу. Ну давай посмотрим, давай сейчас. Сейчас вот я вот эту вот лампочку наклоню. Ага, во, все хорошо. Давай будем смотреть, что у тебя там. Так, и что это такое? Вот это вот такое. Что это за вообще? Это что такое вообще? Кусок колбасы у тебя какой-то там, что ли? Это как? А, вы на вылазке. На вылазке колбасу ели. Не, ну это бывает, конечно, это бывает. Что же поделать, колбаса, это, конечно, да. Это, конечно, хорошо. Так что еще там сейчас? Сейчас, да не суетись, ты не суетись. Сейчас все найдем, всех твоих там. Ох ты, так, это что-то, это все, да, нормально. Где-то что-то царапка какая-то, да. Царапка. Ну так, а где чешется-то? Где? Везде вся голова чешется. Так может надо помыть ее? Нет. Сколько в лесу? 3 дня. 3 дня в лесу, это, конечно, тебе. Ну так, конечно, слушай, просто надо, наверное, помыть. Ну ладно, сейчас я просмотрю, не переживай. Так, давай. Сейчас вот так я. Сейчас, подожди, сейчас я просмотрю все более внимательно. Сейчас, чтобы, ну, точно, как бы мы с тобой тут никого не пропустили, ладно. Так, вот это вот. Сейчас. Так, сейчас. Что, классная футболка у меня. О, спасибо. Мне подарили на день рождения, да. Так, ага, сейчас вот это вот. Так, сейчас, подожди. Вот это вот какое-то вот что-то здесь. Что такое? Муравей какой-то. Ну ты муравья принес ко мне сюда. Уже возишь тут пассажиров нелегальных, да? Да не бойся, не волнуйся. Сейчас еще посмотрим здесь. Так, сейчас это вот. Ага, да, это что такое? Ой. Так, ничего. Сейчас, подожди, на секундочку, пожалуйста. Так, ну-ка, мне надо. Что мне по. Сейчас мы, знаешь, как выйду, вот так. А так проще, у тебя шевелюра там просто такая, понимаешь? Такая шевелюра, что там не видно ничего. Мне так проще, но я просто дую там, понимаешь, волосы как бы в стороны раздуваются, и видна кожу головы. Так, давай сейчас кисточкой немножко попробуем тут поводить чуть-чуть. Так, я тебя за ушко немножко чуть задеваю, но ничего. Сейчас посмотрим, подожди, сейчас немножечко вот так, и так, сейчас я кисточкой, сейчас, подожди, немножко что-то ушко тебе чуть-чуть задел, да. Ну не страшно, наверное, да, ничего. Сейчас, погоди, вот так, а вот.
подрежу немножко, если ты не возражаешь. Ну давай, я чуть-чуть, не бойся, здесь не, мы не испортим тебе прическу. Так, ага, он, хорошо. Так, сейчас. Вот так вот, ага, сейчас. Все, вот сделали, хорошо, отлично. Так, сейчас вот. Если вот это вот, вот сюда, вот тут, как бы я сейчас немножко, вот так, все. Ну, практически уже есть, все, да, практически уже. Все, вот, сейчас мы тебе немножко, а теперь посмотрим, что у тебя тут. Так, если я вижу, уже, то все хорошо, да, ну, как-то голова, правда, совсем не мытая, ну, прям какая-то мох, что за мох тут такой, ты что? Понятно, на мхе спать неудобно, наверное, было, да. Ага, сейчас, вот это вот еще такие-то колтуны тут, сейчас что-то за колтуны тут такие были. Что это за колтуны? Сейчас такие-то колтуны тут, надо посмотреть. Сейчас мы их уберем, сейчас я обрежу, прости, ну, конечно, колтуны надо обрезать немножко. Так, вот так вот, видишь, сколько, смотри, вот слипшиеся прям волосы были, ну, сейчас с этой стороны, так. В шортах, в футболке, в такой, без кепки, кто так в лес ходит вообще?
Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!